Вы смотрите канал «Дедовский метод». Всем отличного здоровья и хорошего настроения. Вот такой лежак или топчан деревянный для отдыха в саду. Так вот он выглядит. Такой просто место уединения. Здесь же и вот такая скамья деревянная, но она окрашена. Это кизил, под кизилом она стоит. То есть, когда утром, вечером, ну и днем, в принципе, здесь хорошо отдыхать, особенно в жару. Сейчас жарко невыносимо. Ну а здесь можно вот под вишней, это вишня, вишни уже нету, сорвали. И здесь можно просто полежать. Приятно. Просто не окрашено. Только сегодня привез сюда. И дерево сырое. Пускай чуть подсохнет. Потом можно будет покрасить. Длина 2 метра. То есть для любого роста, я думаю, будет отлично. И вот эта спинка, как бы и ограничитель, чтобы не свалиться. И подниматься, когда легко рукой берешь, левой, допустим, и приподнялся, и встал. Вот так она сделана. Распорки две всего-навсего, но оно устойчиво и выдержит. Вот так. Просто показываю вам место отдыха в саду. С вами был канал «Дедовский метод». Такие изделия для дачи. От вас, как всегда, комментарии. Спасибо всем за внимание и до новых встреч!